У дорожных строителей и страховщиков дел не в проворот. Бригаду «Латвия» с автоцели «Устретес» мы застали на участке шоссе П4 Рига-Эргли. Специалисты латания дыр на дорогах сравнивают со стоматологией. Зимой ставят временные пломбы. Для того, чтобы они держались, ямы сначала обжигают, потом засыпают холодным асфальтом и утрамбовывают. В этом году таким образом отремонтировано в два раза больше ям, чем в январе прошлого года. Всему виной погода. Дорожное покрытие разрушается из-за перепадов плюсовых и минусовых температур и нагрузки на дорогу. Отремонтировали около 2000 квадратных метров аварийных ямок. Ну, по сравнению с прошлой неделей было только 1000, да, так этот процесс, он уже идет по часам, да. Но это, если погода станет холоднее, это, наверное, остановит. Срочному ремонту подлежат аварийные ямы площадью более 10 квадратных сантиметров и глубиной более 5 сантиметров. Сначала в порядок приводят дороги А-класса. На них аварийные ямы должны ликвидировать за сутки. На дорогах Б-класса в течение 5 суток. В свою очередь, постоянные пломбы на дорогах будут ставить, когда столбик термометра стабильно поднимется до плюс 5, плюс 8 градусов. Пропорционально росту числа ям стало больше и страховых возмещений. По данным компании БТА, в январе этого года водители в ямы попадают значительно чаще. По сравнению с прошлым годом, ям и заявлений о страховых случаях стало больше, примерно на 40%. В январе нам сообщают примерно о 2 случаях в день. Это много. Средняя сумма страхового возмещения в зависимости от полиса составляет от 200 до 400 евро. На этой неделе я сама пробила колесо. Это произошло здесь, в Риге, на улице Маза Краста, под мостом. Об этой яме я уже сообщила в департамент сообщения Рижской думы. Столичные дороги ремонтируются за счет самоуправления. В январе департамент сообщения получил более 1000 телефонных звонков о ямах на дорогах. На этот момент в Риге уже залатали 2600 квадратных метров аварийных ям, что обошлось столице более чем в 1 000 000 евро. Специалисты надеются, что хоть в феврале в Латвии на длительное время установится морозная погода. Скрим Топачета, Гунтис Фелманис, телекомпания ТВ5.